Друзья, всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас вторник, а это значит, что как минимум в Diablo 3 наступает новая ротация в порталах Терзаний. И на этот раз у нас 170-я ротация, где мы будем играть за Некроманта, который 864-го паргона, и нам с вами надо закрыть 48-й великий портал за 5 минут и 30 секунд. Что касается портала, то он предельно простой. Единственное, что нам требуется делать, это просто бежать и призывать на помощь скелетов-магов. То есть мы будем играть пятноводным геймплеем, при этом используя самосвет наследия снов. По геймплею мы поступаем следующим образом. Во-первых, призываем симулякора, а также по откату возле противников прожимаем наше умение «Костяная броня». Потому что когда этот скилл активен и на нас висят бафы от этого умения, мы будем наносить магами больше урона. А дальше, как только видим, что наша банка эссенции восполнилась, желательно полностью, прожимаем новых скелетов магов. И так мы будем делать на протяжении всего портала. Если вдруг не будет хватать эссенции, то по противникам работайте вашим генератором. И эта коса тоже будет восполнять вам эссенцию. С восполнением эссенции вам будет помогать умение пожирания, которое будет поглощать автоматические трупы, которые будут находиться возле вас. Кроме того, когда вы будете подбирать сферки здоровья, вам тоже эссенция будет восполняться. Если вдруг надо восполнить эссенцию, и возле вас нет трупов, нету сферок здоровья, не по кому поработать с генератором, то вы можете использовать вашего голема. Голем создаст трупы, но эти трупы умение пожирания поглотит, тем самым восполнив вам эссенцию. А это значит, что опять-таки это ресурс для призыва все новых и новых скелетов магов. Вот такой геймплей. Я думаю, все просто, предельно просто. Что касается пилонов, то я их тоже обнаружил. По пути моего следования я увидел их два. И оба на первом ярусе. Это пилон скорости и практически рядом пилон силы. И всего этого более чем достаточно, чтобы завершить этот портал дерзаний успешно. Он очень легкий. Так что пробуйте, не ленитесь, дерзайте, закрывайте портал дерзаний, ну и в награду получайте коробку со всеми ресурсами. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание, за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в сезонном походе, о дате завершения которого пока никакой информации нет. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!